Плановый визит полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе зампреда правительства Российской Федерации Юрия Труднева нацелен на личный контроль за реализацией актуальных социально-экономических проектов в Магадане. Первой точкой в контрольном маршруте Юрия Труднева и губернатора Колымы Сергея Носова стала стройплощадка нового детского сада в 3-м микрорайоне. Работы на стройплощадке, по словам представителя подрядчика, ведутся круглосуточно. Мы идем с превышением плана на год. Контрактное окончание проекта декабрь 2022 года. Мы сдадим стройку в этом году в декабре месяце. На стройплощадке в ходе обсуждения рабочих вопросов министр образования региона Анжела Шуркно проинформировала Юрия Трутнева о нехватке для завершения строительства нового детского сада крупной суммы – почти 270 миллионов рублей. В соответствии с соглашением нам была выделена субсидия 237 миллионов при стоимости объекта 529 миллионов. Вот, из них 237 федеральные деньги, 23,6 наши региональные. Сегодня вся федеральная субсидия освоена в полном объеме. Поручение соответствующее дайте коллегам. Это по линии Минпросвещения? Минпросвещения, да, это порядок распределения надо субсидий. Дать поручение пересмотреть стоимость ввода одного места на одного года. Потому что материалы дорожают, денег не хватает, а что мы остановимся? Плюс специфика еще, вот свайное поле. Да. Не должны останавливаться. Таким образом, благодаря визиту полпреда Юрия Трутнева, одна из острых тем для региона сегодня получила возможность быть разрешенной в скором времени. Дело в том, что объект реализуется, строительство этого объекта в рамках национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 135 мест, и мы планируем, что 100 мест – это будут места ясельные, то есть от 1,5 лет до 3 лет. Планируется ввод в эксплуатацию детского сада в начале 2022 года. Еще одной стройплощадкой, которую посетил Юрий Труднев, стало портовое шоссе. Там завершаются берегоукрепительные работы, и компания «Стройтрансгаз» обещает, несмотря на дожди в прошедшие дни, все-таки открыть сегодня двустороннее движение автотранспорта. Да, конечно, обещали, но еще не вечер. Да, день еще не закончился. Скорее всего, так и будет. Прогулочную зону, значит, прогулочную зону сделать, значит, чтобы было красиво в одном стиле. И выходим фактически туда. Есть еще один парк морской, где установлены касатки, любимое тоже место. Я очень надеюсь, что здесь будет красиво, потому что мы давно уже помогаем Магадану вот эту территорию привести в порядок. Хочется надеяться, что действительно большая часть этой работы в этом году будет закончена. Сегодня в программе визита Юрия Труднева запланировано еще несколько встреч и совещания по социально-экономическому развитию Магаданской области в правительстве региона.